Всем огромнейший привет! С вами Приправа Клуб, и сегодня в меню у нас салат с морской капустой. Любите морскую капусту? Присоединяйтесь! Итак, первое, что нам нужно сделать, это отварить 2 яйца вкрутую. Пока яйца отвариваются, очищаем и нарезаем мелко лук. Для салатов чаще всего я использую сладкий крымский, но вы можете брать тот, который есть. Теперь мельче нарезаем морскую капусту, чтобы она вот у нас не длинными такими была спагеттинами, а помельче. Не самое удобное занятие, скажу я вам, но что поделать. Пришло время копченой колбасы, ее необходимо очистить и нарезать. Можете кубиками, можете коротенькой соломкой. Мелко нарезаю яйцо. Ингредиенты салата выкладываем в глубокую емкость, добавляем майонез. В идеале, конечно, это домашний майонез, но если вы такие же ленивые, как и я, то можно взять магазинный, конечно. Перемешиваем и добавляем соль, черный молотый перец по вкусу. Чаще всего вот такой салат я подаю в порционных стаканах, украшаю лимоном и зеленью. Остается пожелать вам приятного аппетита!